Так, ну что, друзья, продолжаем проходить Хитмана. Мы остановились в гостинице Галакт. Сейчас начнем проходить по одному этапу. Вот. Я заказал номер на 2 дня. Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Тобиас Риппер. Мистер Риппер, у нас есть для вас хорошая комната. Распишитесь, пожалуйста. Хорошо. Так. Кажется, мистер Вульф в 202-й комнате. Если вы хотите проверить почту, просто дайте мне ключ от вашей комнаты. Постараюсь запомнить. Так, погнали быстрее забирать ключ. Немного болтали. Стоп. Да блин. Чувак, давай быстрее. Твою мать. Ждем. Нам надо ключ заполучить. Ну давай, быстрее, чувак. Давай, давай. Стыкай. Ага. Погнали. Так. Так, вот мне интересно, если мы сначала пойдем к чуваку. Так, подожди, он будет там, чтобы нам сразу ключи заполучить. Так. Это он? Нет, по-моему, это не он. Твою мать, подожди-ка. О! Готэм Химмель, здесь очень жарко. Да уж. Я Воль, но я должен быть осторожен. У меня слабое сердце. Тогда не стоит здесь задерживаться. Погнали. Так. Вот и все. Чувак сам признался, что у него слабое сердце. Поэтому... Так. Окей, теперь... От одной жертвы мы избавились. Как говорится, да? Так, подожди. Так, теперь нам надо идти к следующей жертве. Блин, не тупануть бы хотя бы. Так. Мне бы не хотелось, конечно, тупануть. Так. Ага. Кури, чувак, кури. Давай. Погнали. Отлично. Блять. Далеко. Ага.
берем ключ. Да твою мать! Вы чё, блядь, издеваетесь? Блядь, как я его убью нахер? Подожди-ка. Блин. Сколько тут копов будет, мать его, так, вы заколебали, а? Блять, одна ошибка и все, миссия провалена. Ну что за хуета? Ну что это за дичь, объясните мне, пожалуйста. Пошел в жопу. Пипец просто. Это что, приглашение, что ли? Ладно. Где знак? Подожди-ка. Нифига не видно. Ага, все. Так, а как бы мне теперь? Теперь мне осталось у стоматолога забрать бомбу. Так, главное не переходить через эту херню. Так, подожди, я-то не смогу перейти, а как мне тогда на тот этаж перейти? Нет. Стопэшечки. А, вот как на тот этаж перейти. Удобно. Так. Удобно-то удобно, но... Туда ли... Не туда. Так, ладно. Где-то тут должен быть выход. Чуть не вписался не в тот поворот. Тут как-то можно проникнуть. Не в ту степь я пошел опять. Твою мать. Нет.
Я не хочу просто кучу народа перебивать случайно. Опа. Вот стоматолог, да? Окей, а как? Как можно через окно попасть? Подожди, где-то тут должно быть окно. Ага, вот, подожди, там где-то... Вижу. Отлично. Вы практически прошли. Так, подожди-ка. Угу. Отлично. Тап. Залезай. Окей. Забираем бомбу и валим нахрен отсюда. Пошел нахуй. Подожди, а как мне выйти через это? Выход, выход, выход. А где он? Кухня, кухня, где кухня? Подожди. Это дантист. А где кухня? Подожди-ка. Это номер, подожди. Да пошел нахуй! Да идите в жопу! Ну! Идиотов кусков! Вы что творите, блять, идиоты ебаные? Куда они вообще, блядь, смотрят? Чё, блядь? Какое нахуй казино? Нахер идите, уроды, блядь, херовы. Капец, блядь. Один охранник запалил, вы понимаете? Один охранник. Так, ликвидировать сколько? Ладно. Так, это не такая сложная миссия. К
кто поставлял оружие Лехонгу и Павлу? Прикрепить жучок? Ну да. Порт Роттердама. Не самое подходящее место для туристов. Но и я здесь не совсем на отдыхе. Да, довольно такая непростая миссия. Так. Ну, интересно, конечно. Довольно интересно. Так. Так, неважно, где нас запалят. Главное, мы переоделись. А это самое главное. Погнали, короче. Я не знаю, кстати, почему в некоторых местах жестко тормозит игра. Прям жестко-жестко, ну да ладно. Так. Петти Кинки Кола. Будет очень клёво, да? А у этой девушки настоящий талант. Вы совершенно правы. Она настоящий клад. А я её менеджер, так сказать. Она умеет хорошо говорить? Она умеет хорошо танцевать. Если хотите, я могу устроить вам личную встречу. Хорошо, я согласен. Знаете что? Если вы подождете ее в гримерной за сценой, она придет к вам после выступления. Окей. Так, подожди-ка. Так. Привет, красотка. Так. И? Привет, я Сэнди. Вам нужна моя помощь? Здесь есть человек, который следит за моей машиной. Может, вы развлечете его за мой счет? Вы меня разочаровали. Я думала, это вас нужно развлечь. Нет. Ну, и где этот ваш друг? На улице. Я скоро приду. Ну, давай, приходи. Как она жопой виляет. Тут. Так. Привет, красавчик. Составит тебе компанию? Ну, не мнись. Давай сыграем в игру. Хорошо. Ничего не случится, если я ненадолго отойду. Ну да. Так, жучок мы поставили, это хорошо. Как она его там развлекает, да? Прям на этом, возле столба фонарного. Повезло чуваку. Ничего не скажешь. Повезло. Хорошего понемногу, да, парень? Понимаю, сочувствую и понимаю, да.
Так, куда они там поехали? Воу. Туда? Так, а где тут переключатель переключить? Где-то в начале, да? Ну, погнали, чё. Давайте. Блин, успеть бы переключить еще. Быстрей. Успели, погнали. Он должен, по сути, погнать сюда. И прямо. Так. Быстрее, 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 давай, мы уже почти миссию скоро выполним. Давай, 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 поезд, я в тебя верю, ну. Так, отлично, преграду мы сломали. И... А чё с этой машиной не так, алё? Чё за прикол? А чё жучок не туда показал, алё? Чё там с этими не так? Вы издеваетесь? Каким хреном я миссию про... А чё он там показывает, не пойму. Чего? А почему именно тут? Не понял. Тут иногда меняются даже эти, что ли? Нифига себе поворот. Подожди-ка, нет, подожди. И я сначала думал, что это меня пропёрло. Так, подожди. Ладно. Давай тогда наоборот. Офигеть, блядь, просто. Бля, в собаку попасть не могу. Нифига себе, она каким образом... Быстрей! Да блять! Ну! Стоп! Твою мать! Давай, 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 быстрей! Быстрей, блин. Быстрей, быстрей, я миссию не хочу провалить.
Давай. Давай, тяни этого дебила. Так, приемник, ну. Стоп. Ну, блядь. Ну, блядь. Собака, отъебись. Ёб твою мать. Ух, ё-моё, быстрей. Так, главное попрятать так, чтоб следов не было. Так, собак больше нет. Машина, собаки. Быстрей, 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 быстрей. Так, ждем. Ждем. Давай быстрее, чувак. Привет, Влад. Или как тебя там зовут? У меня ваши деньги. Где мое оружие? Ваш заказ можно взять на указанном складе. Мне понравилось то, что я видел. Может, мы продолжим наше сотрудничество? Я хочу денег, денег, денег! Отдайте их! Хорошо, успокойтесь. Вот они. Да уж. Пошел в жопу, собакен. Так. Ну что, миссия выполнена? Да? Утечка плутония. Самая, в принципе, непростая миссия. Предстоит в следующий раз. Вы передали Ивану Жучок. Мы должны разобраться с Борисом. Ядерная боеголовка должна быть обезврежена. И приведите корабль в воды какие-то, да. Вот и сам Борис. Угу. Интересно. Да, это тоже будет вполне непростая миссия здесь. Вот. Но мы ее уже пройдем в следующий раз. А всем спасибо за внимание. С вами был Казуку Family. Всем всего хорошего. Спасибо за просмотр. Не забывайте про лайки и репосты. А всем пока-пока.